я просто даже не понимаю, в каком мире мы живем. И я даже не знаю, как обращаться к тем людям, которые только что слили телефон куда-то, и мне нужно решать вопросы с семьей. Я общаюсь с мамой, сестрой круглосуточно. Я даже не могу трубку, блядь, взять, потому что у меня обрывают телеграм, видео, мне присылают какие-то хрены, пишут мне оскорбления. Просто, люди, очнитесь, пожалуйста. Как мы можем жить в этой стране, если вы просто нарушаете личное пространство и делаете такое, что даже врагу не пожелаешь? Я буду временно не на связи, я сейчас буду экстренно менять свой номер телефона, поэтому всем моим друзьям сторис записываю, я вам позже пришлю информацию. А тот, кто это сделал, ну, бог тебе судья просто. Так нельзя поступать с людьми.